просто секундочку сюда поговорить, пообщаться. Выйдите. Они хотят, чтобы я просто тихо, молча помер. Но я им заявляю открыто, вы с меня, друзья, эту квартиру не получите. Вам будет очень трудно ее от меня забрать и отобрать, если я не захочу вам ее отдавать. Давайте искать вместе какой-то цивилизованный выход из этой ситуации. Мы все люди, мы пришли требовать законных прав. Мы просим, оставьте нам это жилье, мы готовы его оплачивать за разумные деньги. Вот они все там. Знаете, что сейчас наложены санкции на Россию. После того, как уважаемый наш трижды президент Владимир Владимирович Путин сказал, что Крым будет наш. Вот. Мы страдаем, в том числе и весь народ из-за этого. Мы не просим, чтобы нам простили долги, мы не просим, чтобы нам вообще что-то там особо прощали, да. Мы хотим, чтобы нам считали, рассчитывали наши платежи по курсу по рекомендации Центробанка от 2014 года. Это 40 рублей за доллар. Это то, что рекомендовал сделать Центробанк, но не сделал ни один банк.